Здравствуйте, Федор. И вот третье видео теперь уже про ваши объективы. Смотрите, итак, это Таир 87 года, Бленда, крышечка. Все работающие кольца, диафрагма, кольцо фокусировки, одуванчик. Теперь самое главное. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте объектив с одуванчиком в камеры, из камеры. Совмещаем красную точку и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Чуть-чуть прижимаем и против часовой стрелки до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагма от 2,8 до 22. Также я на почту вам пришлю комфортный алгоритм для работы с этим объективом и с одуванчиком на камерах Nikon. И также аккуратненько вынимаем, нажав кнопочку. Вот, как видите, одуванчик целый, невредимый. И надеюсь, что у вас он тоже прослужит очень долго. И объектив Гелиос 44-2, как вы просили, вот с этим номером. И тоже сейчас я его проверю. Таким же образом, красную точку, средний контакт одуванчика совмещаем с белой точкой на камере. Поворачиваем до защелкивания. Здесь я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм. Диафрагма от 2 до 16. Если будете использовать переходник на других объективах, всегда сможете перепрограммировать. Здесь тоже диафрагма крутится хорошо. Оба кольца работают. Разберетесь. Вот. Кольцо фокусировочки крутится мягко. И также две крышечки. Одна родная, зенитовская. И вторая никоновская. Мягкий чехольчик для Гелиоса и родной кожаный кофр для Таира. К сожалению, этот Таир мне достался без ультрафиолетового фильтра, но два других фильтра, желтенький и зелененький, в наличии. Сейчас я упакую вот в эту коробочку и завтра утром поеду в Словакию и отправлю. Спасибо за внимание.